В апреле прошлого года иллюзионист неожиданно развелся со своей супругой Марией, которая родила ему двоих детей. По его словам, они разошлись из-за постоянных ссор и ревности. Сафронов оставил большую квартиру в Москве детям от того брака. После этого он неожиданно нашел утешение в объятиях 30-летней Екатерины, которая долгое время работала ассистенткой трио братьев Сафроновых. Сергей долго не мог поверить в эти чувства, поэтому скрывал роман даже от близких друзей и родственников, но все же сделал предложение избраннице. В начале осени они стали родителями. «У меня вообще все стремительно происходит, такой уж человек», — говорит Сафронов. «Если встречаюсь, то только с серьезными намерениями». Так в октябре прошлого года заявил «хочу от тебя детей». Катерина улыбнулась, приятно, раньше такого мне никто не говорил. На днях Сергей и Екатерина решили поделиться радостным событием со своими подписчиками и опубликовали видео с Кристин, дочери Алисы. Как и подобает маленькому ребенку, когда девочку опустили в купель со святой водой, то она стала плакать и кричать, но затем, когда на нее надели крестик, принялась с интересом рассматривать все происходящее. Таинство крещения сегодня прошла Алиса. Перед входом в храм было написано, что фото и видео разрешено. Но, конечно, при чтении молитвы снимать и фотографировать рука не поднялась, крестились. Но само купание не снять я не мог. Да и папа не растерялся. «Теперь мы с удовольствием будем показывать вам нашу дочку во всей красе», — написал Сафронов. Отметим, что Екатерина узнала о своей беременности в конце прошлого года. Втайне от всех влюбленные расписались 3 марта и отправились в свадебное путешествие в Доминикану. По словам Сафронова, своим детям и бывшей жене он сразу рассказал о новых отношениях. «Кстати, Маша быстрее меня выскочила замуж за бизнесмена и уехала из России. Сыну Вове и дочке Алине сказал, что скоро стану многодетным папой, наша семья увеличится. Их я никогда не брошу, и всегда буду помогать», — добавил иллюзионист.